помощи по госпитализации, скажите. В городе Гродно, если дети, то это детская клиническая больница, если это беременная, перинатальный центр. Больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Вот основные больницы, которые... Сколько мы увезли? Увезли около 100 человек. About 100 people have been admitted. Основные состояния это пневмония. Pneumonia is mostly. Это заболевание легких. Lung conditions. Обострение заболевания легких. Бронхиальная астма. Acute lung conditions such as asthma. Сахарный диабет. Diabetes. Type 1 diabetes. Это были также травмы. So injuries. Yeah. Injuries from the border от инцидентов на границе травмы. Да. Dislocations, bruises, hematomas. Вчера одну девочку маленькую увезли с инородным телом, что-то пластмассовое заглотнуло. Also, a little girl was hospitalized yesterday. She swallowed some plastic item. Can I ask, do they have any possibility to test for corona? Тестирование на ковид у вас здесь есть возможность проводить? Тестирование на ковид, да. Мы проводим, те, кто направляется в больницу, сразу же тестируются на ковид. Those that are brought out to be admitted to the hospitals are tested on a mandatory basis before they are admitted? На сегодняшний день есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом. Then we have one severe case of COVID-induced pneumonia. Находится на КТ-4, находится на лечении в университетской клинике. One. It's at the university, it's on a ventilator. That was the only... Yeah, that, so far. Заболевания желудочно-кишечного тракта. They have also digestion issues, intestinal issues. Заболевания почек, такие как почечная колика. And kidney issues. Colics. Выполнено стентирование у пациента по поводу мочекаменной болезни. В настоящее время он уже отпущен. Also we had one patient with kidney stones. He passed the stones and now he's back here. Вообще поразительно здоровые люди. Мы бы с вами от открытой форточки уже простудились бы. А они 7-9 дней вот в таких условиях были просто на голой земле и практически ничего. Мы выдали 15 тысяч масок. We also handed out 15,000 face masks. Они охотно носят их. Ну я бы не сказал, Виктор. They're quite disciplined in terms of wearing them. Well, of course, now it's lunchtime, so they're taking off. But стационарный пункт есть, где можно провести вакцинацию. Also, we have a vaccination van here. Но надо отдать должное, что очень многие из них вакцинированные имеют сертификаты. Ну, в Европу готовились эти. А какой вакцины в основном? У них Pfizer. Мы предлагаем Pfizer. We're offering Sinopharm here, but they have Pfizer. Сколько вы Sinopharm вакцинировали здесь за это время? Немного, потому что не было необходимости. Not many, because most of them are vaccinated.